мой наш товарищ, брат, коллега. Спасибо большое. Здоровья тебе, с днем рождения тебя, от всего тракторного марша нашего, от всех участников. Постараюсь даже хотя бы перечислить. Олег Петров, Володя Мельник, Саша Матвиенко, это краснодарские все фермы. Петя Пряхин, Вадим Жигалов, это ростовские. Валерий Павлович Выдрин, волгоградские фермеры. Нина Михайловна Попова помогла доставить. Слушай, ну вообще. Но он не своим ходом дошел? Нет, не своим ходом. Он приехал на тракт, на машине приехали. От всех, от нас здоровья, счастья на долгие-долгие годы. 60 лет научиться тебе не потребить. Вот, это раз. По полям. А откуда это родилось, Павел Николаевич? После всей этой предвыборной гонки президентской, если помнишь, победивший, вроде бы как бы победивший человек, поехал встречаться в Севастополь с байкерами, угу, с хирургами, какими-то ночными волками, мужиками, а вроде брутальными, но какими-то подозрительными косичками. А мы решили, что вот простые русские мужики-фермеры подарим вот настоящий мотоцикл 92 года выпуска. Слушай, ну практически в полном оригинале, за исключением, ну, сиденья у них были, конечно, позорные сиденья. Это моя личная импровизация, я лично здесь. Ну, спасибо. Это шлем, ну, один. Шлем. Это танковый шлем. Танки грязи не боятся. Да, подожди. Палыч, садись туда, на подкрылок. А я сзади. Заводить. А, заводить смоги, вот ключа не заводит. Это штовой только. Это техника советская. Я потом освою. Я сейчас покажу. Не надо.